Крышка светильник черного цвета для аквариума с размерами. Длина аквариума 70 сантиметров, ширина 30 сантиметров. Она предназначена для аквариума с такими размерами. Крышка черного цвета. Вот так она выглядит сбоку. По центру крышки отверстие для кормления. Сзади с обоих сторон выходы под электричество и шланги. В крышку штатно установлен светильник светодиодный длиной 40 сантиметров, мощностью 8 ватт, с выключателем на проводе, провод длиной 1,80 м. Светильник белого света, белого спектра света. Также возможно в данную крышку установить второй светильник, такой же, за дополнительную плату. Можно устанавливать трехцветный, белый, синий, красный.